Hola, amigos! С вами Паник. Сегодня мы продолжаем проходить тропику, то есть уже, скорее всего, завершаем, потому что, видите, осталось уже, я думаю, что осталось уже совсем немного. Какие-то мы все равно, друзья, таких каких-то громадных целей, я думаю, что мы с вами их добились уже, потому что, видите, добились, и как раз тут накаркал я. Ну да ладно, давайте посмотрим. Президенты, так, катастрофа, один из моих танкеров, из моих... новый Титаник, столкнулся так. В тропических водах с неопознанным айсбергом. Боюсь, плавать за судами, перевозящими лед, чтобы экономить топливо, была не самая лучшая мысль. Угу. Теперь я теряю деньги, и все деликатесные тропиканской рыбы будет ужасный вкус. Несколько моих друзей предложили свои услуги по минимальной цене. Сейчас привлекательность наших берегов упала, и вся моя рыбалка, а вся рыбалка в зоне аварии запрещена. Не жалейте никаких денег, лишь бы остановить кризис. Ну ладно. Так вот, друзья, накаркал я тут, но думаю, что такие события достаточно будут часто происходить, но я думаю, что экономика достаточно... Какая-то женщина, по слухам, ходит по пляжам тропика и пытается делать искусственное дыхание дохлой рыбе. Можете себе представить? А где наша Санни? Что-то ее давно не видно. Ушла Санни. Так, ну я думаю, что у нас достаточно устоявшаяся экономика, друзья. Она способна решать вот такие вот проблемы достаточно больших масштабов. Такие большие кризисы. Ну да ладно. Я думаю, друзья, что после тропику, я думаю, что это предпоследняя часть. Скорее всего, следующая будет последней. Ну, для уж для красивого числа сделаю для 10. Так, гараж остается без работников. На этом жизненно важном объекте не работает. Ну да, мы уже как раз в этом районе. Построим здесь общежитие. Ну, не, с этой стороны. Дабы не портить красоту района. Так. Угу. Так, теперь. Я не договорил. Вот что я вспомнил, что я хотел договорить. Так вот, друзья, я думаю, что это предпоследняя серия. Я уж для красивого числа, для десятки я ставлю серии. После, наверное, после завершения тропику, друзья, будем с вами вплотную заниматься ROM Total War 2. Ну или ROM 2 Total War, вот так лучше будет красивее сказать. И, возможно, думаю начать проходить Wolfenstein, друзья. Я знаю, что это совсем не относится к тематике нашего канала, но это еще пока в планах, и, то есть я еще подумаю. И, собственно, потом, как там, надумаю, так, возможно, и запишу. Экспортировать. Нет, американцы, до свидания, американцы. Так. Но мне тут в комментариях написали, то, что да, действительно, возможно, аэропорт построил именно на этом месте. Ну да бог с ним. Но будет и будет извержение вулкана. Я уже опять же скажу, что... Экономика у тропику, которую мы с вами уже как раз таки поставили, она довольно устоявшаяся. Ну, бывает, да, заходы в минусы, но при этом эти минусы потом все равно совокупляются, искупляются, вот так скажу, вот этими кораблями, которые вот приходят раз в 5 месяцев, да, если не ошибаюсь? Да, по-моему, раз в 5 месяцев. Поэтому я думаю, что более-менее у нас с вами получается... Так, построим-ка мы с вами бассейн тут. Так, я думаю, что вроде бы как все. То есть я имею в виду, что тропика у нас достаточно большой, теперь красивый, развитый. Даже у нас теперь туристы ездят, друзья. Это довольно гордо звучит. Так, вам им скажу. И бассейн построили. Необразованные мужчины там нужны, ну, собственно, они и появятся. Такс. Теперь можно построить и роскошный отель. Чертежи обойдутся в 4000, а сам отель обойдется нам буквально... Сколько там, сейчас посмотрю, где... вот туризм. Обойдется в 6600 долларов. Но для начала нам надо построить ветряк, так как... Энергии у нас пока еще не очень-то много. Нет, 6600 эти можем потратить куда более
правильным образом. Так. Что-то у нас все фейерверки пускают, допускают. Но сам город у нас, друзья, достаточно большой, согласитесь. Ну, не сказать, что прямо вот второй Нью-Йорк, но при этом он, если вот так вот, знаете, проходиться по улочкам, то он достаточно немал. Ну, да, достаточно немал. Тут смысла не имеет, хотя... Гараж надо построить. Нет, смысл все-таки, я хотел сказать, что не имеет смысла здесь застраивать вообще что-либо. Президент, наш министр экономики много лет собирал журналы «Жизнь диктатора» и набрал целую кучу купонов. С миру по нитке, президент наш экономики. Ух ты, один бесплатный нефтезавод нам дарит, отлично. Благодарим. Так. Угу. Надо будет тогда дорогу продлить, это не проблема, сделаем. Бесплатный нефтезавод, друзья, это словами точно не описать. Ага, а здесь, друзья, можно даже, знаете, продлить дорогу. Собственно, сделать ее соединяющейся с городом. Нет, это фикс 2. Потому что она пересекается, хотя нет, не получится. Ну ладно, вот где-нибудь здесь вот так вот сделаем. Чтоб тем не пришлось ехать через весь город, можно так взять по объездной. Европа просит денег, вижу. Ладно, заплатим им сразу 7000 долларов ихние. Как раз таки ихние. Как неправильно же говорит, правильно говорит их. 7000 долларов. Так. А знаете, друзья, почему я Wolfenstein выбрал? Ну, это так, небольшое отступление от игры будет. Так, снести все казино. Нет, они на них не делаем деньги, бабло. Знаете, почему Wolfenstein выиграл? Потому что вот эта тематика Третьего Рейха, то есть здесь вот, знаете, там вот этот оккультизм, который происходит в игре Wolfenstein, он достаточно интересный в своем роде. Но я думаю, что, возможно, на данную игру стоит закрыть глаза, потому что это совсем не относится к нашей тематике. Лучше же поиграть в День Победы. Кстати, День Победы тоже у нас у меня по планам. Потом, после 100 подписчиков, наверное, дай бог, наберется. Надеюсь, что вы этому поспособствуете. Наберется, и мы с вами будем... я буду разбираться в День Победы и строить, не знаю, возможно, Великую Германию. Ну, еще... Ох ты... Ничего, у нас до 100 тысяч экономика поднялась, друзья. Но это не из-за нефтезавода, потому что он только-только построился. Гараж останется без работников. Нет, не останется он без работников, мы этому поспособствуем. Так, управление климатом. Да, мне, по-моему, в комментариях писали, как улучшить жилье надо. Жилье и здание. Да, соответственно, можно этим всем заняться. У нас финансы позволяют. Нет, в церкви точно ничего нет. Так, вот здесь. Для Эль-Президента это самое такое. Отлично. Ну что ж. Ну посмотрите, друзья. Уровень довольства у нас колеблется. То есть, кто достигает рамки 59%, то 60%, то 61%. Поэтому какой-то точный, прям... Точно, нет. Ресторан иглу мы построим чуть попозже. Какой-то той зафиксированной рамки у нас пока, увы, нет. Так. Спорткомплекс потом можно будет и построить. Зоопарк. Музей детства, кабаре. Ночной клуб, пивнушку. Но не по соседству церковь. С церковью, конечно же. Угу. По соседству с Министерством иностранных дел. Скорее всего, друзья, на следующий... Кратер старого вулкана недавно снова начал дымиться.
Некоторые эксперты предсказывают извержение, другие с ними не соглашаются. Лично мне хотелось бы услышать, что думает об этом важном вопросе Эль Президента. Да, друзья, насчет этого, вот этого туристического района и вулкана я, конечно, накаркал. Ну да ладно, надеюсь, что все пронесет, не будет этого извержения. Да, кстати, друзья, не договорил. Скорее всего, следующий выпуск, что будет вот Тропико, вот, да, 10-й, завершающий, он, скорее всего, будет чуть-чуть по подольше. Знаете почему? Потому что это завершающий, надо же как-то... последнее слово отставить, вот так я скажу. Так, и теперь... Так, президент, вы следите за активностью вашего вулкана. Один из немногих объектов на острове, который вы сейчас не можете контролировать, и он сейчас извергается. Можно начать паниковать. Как раз под наш канал паник. Но... О май гад, собственно. Три буквы, большое значение. Да. Так, а может перенести аэропорт в другую местность, в другой район? Так, я вот даже не помню, как переносить. Нет, это явно не так. Нет, delete. Правой кнопкой delete. Так, попробуем не знаю, чтобы отменить выбор. Нет, перенести, друзья, по-моему, чем нельзя. Ох, ладно, построим заново, чё. Президент. Президенты США решили оказать дополнительную помощь вашему правительству, наложив ограничения на движение воздушного транспорта из-за вулканической активности. Полеты необходимо приостановить на год из-за облаков вулканического пепла. Вы знаете, что мы вам желаем только добра, правда? Да, правда желаете вы мне добра? Ладно, американцы, поверим вам на слово. Да, насчет извержения вулкана, конечно, наркаркали мы с вами, друзья. Не, не вы, наверное, а я, скорее всего, по большей части. Ладно, дай бог, чтобы сильно ничего так там не ломалось. Так, прокладываем нормальную дорожечку. Чего там у нас такое? Угу. Можно сделать соединение. Наши дороги. Такие получились углы. Никогда мне с геометрией хорошо не было. Потому что я уж хотел сказать треугольник. А это, собственно, угол. Так. Надо еще построить подстанцию электрическую, дабы увеличить место, куда должна поступать энергия. Угу. Теперь можно построить нашу с вами дорогую иглу, друзья. Очень красивую иглу, которая будет, скорее всего, символизировать наш с вами остров Тропико. Так, где бы это... А, вот. Отлично. Отличная развязка здесь. Как раз таки. Но на нее, конечно, уйдет, собственно, много времени. Говори быстрее, у меня нет времени. Пусть едет, помогает. Страшная нет, беда. Опять мы Аравии отказываем. Жутко неприятно отказывать, но, увы, нам сейчас не до этого. Мы с вами замутили тут иглу космическую. Достаточно красивую, вот она. Обычные услуги. Ну-ка посмотрим, что там, что мы возьмем и что приобретем от того, что, например, выберем. Шведский стол. Заманивайте гуляк туристов шведским столом, тратя вдвое больше на содержание заведений. Гуляки туристы будут вдвое лучшего мнения у вас, обслуживание, приток их на остров увеличивается. Пейте сколько влезет. Немало туристов на весенних каникулах рыдают, как малые дети, увидев вывеску. Пейте сколько влезет.
Тропиканцы в шутку называют заведение «Космическая алкалавка». Туристы на весенние каникулы будут двое лучшего... Нет, обычные услуги мы оставим. Как было, так и останется, собственно. Ну, достаточно красивое здание, друзья. А, еще мы с вами хотели построить как раз-таки роскошный отель. Будет у нас он где-нибудь тут, в пригороде. Тут у нас будет с вами особнячок. Здесь, я думаю, самое место для таких вот красивых особнячков. Как раз это будет такой своеобразная тропиканская рублевка. Китай увеличить экспорт. Иноземный лидер. Могу. Хорошо, увеличиваем ваш объем экспорта. Ну, собственно, еще немножко подрос наш, друзья, с вами тропику. И тьфу-тьфу-тьфу. Слава богу, у нас тут вулкан поизвергался. И, собственно, ушел в спячку. А нельзя все-таки как-то дорогу соединить? После недавнего извержения вулкана, правительство призывает нас паниковать и оставаться спокойными. А это что, огонь? Огонь? Президент, вам нужно кое-что подписать. И нет, это не очередной указ о моем повышении. Тайная полиция. Ладно, мы сдадим, но чуть позже, когда минуса... Нет, да, когда преодолеем этот минус, дисбаланс в нашей экономике тропиканской. И нет денег на импорт. Ой, на импорт. Что-то как-то... Так, хибару, получи хибару, получи и распишись. Да, в минусы мы достаточно ловко уходим. И получается у нас на плюсовом уровне постоянно держаться. Ну давайте тогда завершу серию, когда мы этот с вами минус преодолеем. Ну, скорее всего, мы с вами его преодолеем, потому что у нас туризм теперь развит, нефтяная промышленность, нефтяной комплекс. У нас достаточно все в стабильном уровне. Ждем с корабля. Через 2 месяца только придет. Достаточно долго еще ждать. А мы еще все больше и больше минусы уходим. Ох-ох-ох. Ну, где наш заветный корабль-то? Вот он приехал, наконец-то. Я уж соскучился. По плюсовому положению экономики. Вот. Все. Президент, секретная операция нашего министра обороны прошла успешно. Следующий налет повстанцев отменяется. Так, тайная полиция. Ага. Берем мы с вами, наверное... Выбор-то достаточно велик. Нет, пусть здесь будет тайная полиция. Это будет не пивнушка, а будет тайная штаб-квартира нашей с вами тайной полиции на острове. Ну вот, друзья, вот такими темпами мы с вами и растем. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Я думаю, что на следующий выпуск мы сделаем с вами чуть-чуть побольше, дабы оставить свое завершающее слово, такое достаточно большое, возможно, в своих масштабах. Ну и до скорого. Пока.